В первую очередь женился. Вы так не рискуйте на будущее. Он только что сказал, пойдемте отсюда, я боюсь. Ну на. Я понятно, почему чемпион. Я надену очки, как спидигонщик. Выстрелить, бразерс. Чувак, вот ты не доел свой банан. Ай, брат, ты красавчик. Да, а это все дети хардкора. Ну что, ребят, мы в Таиланде, и сегодня мы будем снимать фильм, интервью, embedded, если можно так назвать, про Мухаммеда Киборга Калмыкова. Насколько я знаю, он сейчас только приехал с тренировки, и мы к нему подкрадемся незаметно, и я очень хочу взять его на удушающий. Погнали! Я не умею это правильно делать. Я не верю, что тебя можно напугать. Я медитировал. Мухаммед, ты здесь уже почти месяц даже, да? Чуть больше. Чуть больше месяца. Расскажи, почему вообще не загорелый? Я? Да. Я вроде загорелый. Нет, вообще не загорелый. Вообще белый просто, посмотри. Вот я каждый день загораю. Вот у меня, ну нет. Я ненавижу загорать. Почему? Зачем мне загорать? Так... В смысле, ну я... красивое тело, загорелое, смуглое. Я обожаю людей, у которых самооценка близится к моей. Это прекрасно. А, вообще, хочешь купаться на океан? У тебя вот здесь прям вид, или ты взял себе отель с видом на океан, чтобы туда просто не ходить, но смотреть на него? Знаешь, с видом на океан. Засыпаешь очень хорошо. А у тебя еще и номер с видом на океан. Да. Приезжай. Мажор. Поможем тебе с заселением. Переехать? У меня тоже просто с видом на море. Это совпадение такое. Так, хорошо. Ты вообще хочешь, ну реально, на море? Здесь же серфинг еще. Пробовал, нет? Серфинг нет, но хожу в океан. Я так-то плавать не особо люблю. Почему? Не умею. Не умеешь плавать? Прям хорошо, нет. Техники нет. Я начинаю суетиться, как вода в унитазе. А, ты боишься, когда типа глубина? Да. Долго не могу находиться в воде. Так, а бассейн? Вот ты говоришь, я сейчас медитирую. Ну, вот, а? Вот ты сейчас сказал, когда я тебя взяла на удушающий. Я научился там программе одного медитации. Ага. 4 секунды вдох, 8 выдох и 10 секунд задерживаешь дыхание. Это чтобы уснуть? 4, 8, 10. Это тоже, да, хорошо. Ну, на 15 минут перед сном. Хорошо изматывает. А. Я как раз поймал точку вот эту. И нянь как-то ци. Энергия ци как-то называется. Ага. Расскажи, сколько ты ездишь до тайги? Ты же в тайгере тренируешься. Сколько ты ездишь туда от отеля? Многие ребята живут прямо на спортивной улице. Почему ты решил жить не на спортивной улице? До тайгера мне ехать минут 20. С моей ездой 15 минут. Не так уже много. Ну тут, знаешь, поцивильнее, где поменьше и поуютнее. А от тайгера там до моря добираться тяжеловато. Ну и людей много. Угу. Если сюда приезжать на сборы чисто вот, одному, да, либо с командой, то на спортивной улице туда надо перебираться. А сейчас ты не один приехал. Ну, чтоб режим был, да. Сейчас с семьей приехал, да. Вот, это не тренировка. Но ты же все равно ездишь тренироваться-то. Энергозатратно. Когда нужно семье, ну, энергию, не да, советую, давай. Да. Ну, если с семьей, то вот только в эти места. А если там одному, либо с командой, то рядом с спортивным залом, спортзалом. Самое то. Природа располагает тренировкам. Вообще, есть у тебя здесь какой-то режим, или там засыпаешь в 4 утра, просыпаешься в 6, сходил на завтрак, поел, поспал, еще? Есть какой-то здесь режим? В прошлом году у меня режим вообще никакой был, а сейчас прям в 11-10 ложусь спать, где-то 8-9 просыпаюсь, 8-9 утра. Отлично вообще, шикарно. Неплохо. Завтрак и в отеле или ездишь куда-то завтракать? Отличные завтраки с кайфом.
Ага. Вообще из любимой тайской кухни. Давай, без суши. Суши – это понятное дело. Из тайской кухни что больше всего тебе нравится? Что ты употребляешь каждый день? Каждый день завтрак, обед, ужин, рис с морепродуктами стабильно. Так, в одном в каком-то месте или во всех здесь кафе одно и то же очень вкусно? Практически, ну, рис с морепродуктами везде одинаково. Знаешь, соус кисло-сладкий добавляешь, да. Во, сладкий обычный. Чили. Сладкий чили. Ну, кисло-сладкий на русском языке. Так, план на день. Что мы сегодня будем делать? Расскажи. Ты сейчас идешь отдыхать. Мы с Колей едем, в Кататане, плаваем, загораем, пока ты спишь. Потом мы едем на вторую тренировку твою. Так, сейчас после тренировки отдых у меня. Так. Потом поедем на вторую тренировку. Оттуда. Так. Обезьянью от Манки Хилл. Это что такое? Обезьянья гора. Там я познакомлюсь со своими братанами. Братанами, да. Или врагами? Сейчас уже братаны. Ага. Но они такие. Крысы? Не крысы, да. Кровожадные. В прошлый раз я им банан не додал чуть-чуть. И они а там не банан был. Мы покажем эту сториз. Обязательно покажем. Так. Они до сих пор обиду. Звонили, писали, да? Да, в Инстаграм писали. Обезьяны. Я их заблокировал. Ну, правильно. Я тоже всех обезьян, которые мне пишут директ гадости, я блокирую. Так и надо. А потом я поедем на рынок. Так. Роллы кушать. Так. И еще давай на этот рынок мы съездим, а потом еще мы на закате посидим еще с тобой, поговорим. Вот там я уже нашла в твоем отеле замечательную, красивую смотровую площадку, где мы запишем с тобой интервью вечером. А потом ты меня отвезешь еще на один рынок, где ты сказал, что вкусная шаурма. Представляете, Мухаммед даже в Таиланде нашел место, где есть вкусная шаурма. Кто ищет, тот найдет. Я как знаток шаурмы хочу попробовать, что такое вкусная шаурма Таиланда, поэтому мы туда поедем. На рынке я тебя отвезу, покушаешь. Ну, а там нельзя ты отравиться? Ты не брезгаешь, да? Там? Нет, а там нельзя там отравиться? А? Отравиться нельзя там? Нет. Там все свежее. А рыбу сырую ты здесь ел? Да. Ну, суши, вот да, это все. Да. Ни разу не травился? Я в Москве травился, но тут нет. Фантастика. Че, номер не будешь нам свой показывать, да? Это личный. Ну, ладно. Ну, ребят, сейчас ты мы... Может, покажу, если уборку сделаю там. Да. Уборку? А у тебя здесь свой персонал есть? Ты вызываешь, тебе приходят убираться? Это Калмыков, ты мажор, я тебе могу сказать. Вот что стало с тем простым кабардинским парнем из Псагансу? Таиланд, отель 5 звезд, личный рум-сервис приходит убираться, когда его величество пожелает. Завтрак ему в номер приносит или здесь кушаешь? Здесь кушаешь. Ну, хоть здесь. Если в номер приносили, я бы еще сильнее удивилась. Не, но... а что, простым пацанам мажором быть нельзя, что ли? Простой пацан-мажор? Ну, так... Я сейчас буду плавать в океане, я подумаю об этом. Но честно, так как вот. Коль, возможно так? Простой парень-мажор, есть такое? Камеры покачать тогда, если ты считаешь, да или нет? Я считаю, что... А, ну хотя нет, у меня есть друзья тоже, кто это такие. Нет, пускай. Че, Мухаммед, спасибо. Я на ресепшене сейчас спрошу номер твоей комнаты. Не надо. Надо, чтобы мы тебя разбудили перед следующей тренировкой, потому что я знаю, что ты попытаешься слизнуть от нас, улизнуть, вот так вот просто вот уехать на... Ты, кстати, здесь на байке или на машине? На машине. Почему? Все же тут на байках гоняют. Да я так-то не фанат этого всего. Особо не умею. Чуть умею, но мне-то по мне как необоснованный риск. И что, здесь видел какие-нибудь аварии страшные? Дураков хватает, знаешь, даже если ты супераккуратно ездишь, таких дураков, как я, хватает. Так, расскажи. Но на машине более безопасно, плюс еще и семья. Аварии здесь видел какие-нибудь страшные? Да, кстати, ночью ехал, на встречку выехала одна девушка, ну, на мопеде, тайка. Она разложилась прям насмерть. Она в чью-то машину врезалась? Да, на встречку, да. Да и... Неделю назад наши друзья тоже в аварию попали, они на мопеде ехали, подрезали их и все там. А нашли? Кто подрезал? Да, нашли. Русские ребята были. Ну, кто подрезал, соскочил, конечно, в нашем стиле, да? Ну, короче, я тоже, на самом деле, рекомендую всем здесь передвигаться на машине, потому что движение здесь абсолютно просто сумасшедшее, и порой... Ты можешь хорошо водить, но дураков на дорогах много, поэтому здесь лучше машина, которая тебя со всех сторон окружает и
тебе не так страшно передвигаться. Мухаммед, расскажи, пожалуйста, вообще, на каком острове мы сейчас находимся, какая это по очереди остановка и почему ты согласился сегодня поехать? У меня сегодня выходной был по тренировкам, решил отдохнуть и походу зря я приехал, это не отдых, это мучение. Это по счету третья или четвертая остановка, да? Остров называется Джеймс Бонд, да, Джеймс Бонд. Значит, смотри, здесь снимали Джеймса Бонда, теперь снимаем киборга. Так, ты не точно думал после завершения своей этой боксерской карьеры, барнакловской, мамашной, ну, короче, вот это то, что вообще всех машешь, удушаешь там и так далее, вот эта вот вся движуха, не собираешься ли ты стать кинозвездой? Ты ведь весьма симпатичный молодой человек, атлетическое телосложение. Как тебе идейка? Кстати, предлагали, да, но я отказался все время. Так, я думаю, вы там ставите, вот, где я рекорд поставил. Да, ставим на да? телефоне, да. Там в 2018 году был поставлен рекорд, сейчас я побью этот рекорд. И как это называется? Там, короче, в стенку нужно всунуть два пальца и на них держаться и встать абсолютно ровно. Нога левая. Поняли, да, бля? 2023 год. Новый рекорд Гиннесса. В каком фильме тебе предлагали сниматься? Что это вообще было? Никита Михалков или кто тебе предлагал? Расскажи. Сериал «Бедная Настя». Как это? Что это было? Лучше из «Бразерс». Тебе предлагали в таких видео сниматься? Да нет, я шучу, да что? Мне кажется, он не шутит. Так, нет, серьезно, что это были за фильм или модельная карьера? Что тебе предлагали? Я что, помню, что это было год назад? Мне это тогда было неинтересно вообще. А ты знаешь, что те, кто снимается в фильмах, зарабатывают гораздо больше еще и без мордобоя? Да, мне это неинтересно. Лучше набивать мордобой. Там, да, мордобой. Все весь негатив, который ты собрал вот, за два месяца, за три, выплескиваешь в ринге. Смотри, ты еще очень любишь адреналин. Ты прям постоянно у тебя нужны какие-то такие эмоции. Чуть не перевернулся на гидроцикле. Слава богу, мы это не снимали. Так вот, не думал ли ты, окей, если тебе не интересно актерское, может быть, каскадер, тройное сальто в этот момент, как в индийском кино, ты ногой убиваешь корову, она летит, убивает врага, тормозишь об дерево лошадь и так далее. Каскадером. Как в индийском кино? Ну да. Может. Каскадером, мне кажется, тебе пойдет быть, почему нет? Пойдемте поснимаем пейзажики, нам уже скоро отплывать дальше. Сейчас вы увидите вообще, какая здесь красота. Как можно больше подсъемов постараемся сделать, но дело в том, что нас всех чуть-чуть укачивает. Немножечко не до этого, но по максимуму все, что можно, мы снимем и вам покажем. Сейчас я разбужу наших друзей и пойдем дальше. Пацаны! Короче, как Мухаммед уже и сказал, мы сегодня находимся в Тайгере. Тайгер – это святая святых спорта в Таиланде. Здесь тренируются, ну, наверное, 99% бойцов, которые приезжают на Пхукет. Место, где можно заниматься и кроссфитом, и единоборствами, и общеукрепляющей физухой, и персональные тренировки. Здесь есть абсолютно все. У Мухаммеда сегодня будет как раз-таки физуха. Посмотрим, как он тренируется уже помимо единоборства. Это мы с вами все видели, все знаем. Вот, а после мы поедем в одно очень интересное место. У Мухаммеда с этими существами есть несведенные счеты, но после тренировки он вам лучше сам про это расскажет. А пока пойдемте спросим, чем они сегодня будут заниматься, какая у них будет программа, и, может быть, мы сможем к ним присоединиться.
Мухаммед. Ау. Мы к тебе. Познакомь, пожалуйста, нас со своим тренером и расскажи, какая у нас сегодня будет программа. Сможем ли мы с Колей присоединиться? Ну так, чисто ну, там вы не вывезете. Не вывезем? Это вчера буквально познакомились мы с ним, тренером по функционалу. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Андрей Масолов, я из Красноярска. У нас клуб CrossFit Red Yar, это один из самых старых клубов. Как? И Red Yar. Red Yar, Красный Яр. И уже лет 6-5, лет 5, наверное, я работаю с профессиональным клубом ESTM регби в качестве тренера по физподготовке. Я как слышал, именно... Магу Исим тоже вы. Да, да. Мы здесь, Таиланд, мы когда приезжаем с Натальей в Таиланд, здесь очень много ребят-бойцов. Ну да. В прошлом я тоже боец? Сам выступал, да, и для меня это как глоток такого. Не хотите в хардкор залететь к очень бы? Молодость вспомнить. То есть вы именно по кроссфиту, да? Нет, смотрите, это чтобы вот это нельзя путать. Кроссфит — это фитнес-подготовка, и она нужна для здоровья человеку. И есть понятие профессиональный спортсмен, и там уже не кроссфит, потому что кроссфит — это усреднение показателей. То есть человек, который занимается кроссфитом, он хорош понемножку во всем. Этим ребятам не надо быть понемножку, им надо быть в том, что им нужно более всего, они должны быть там экстремально сильны. Поэтому функциональная подготовка бойца, там, регбиста, бойца, это не про здоровье, к сожалению. Прям наступать на ноги ему? Да. Это еще дополнительное удовольствие, да? Поднимаешь корпус. А можно, когда я буду кидать мяч, это тебе за вот это? Можно так? Можно. Да? Отлично. Поехали. Готов? И это тебе за то, что не любишь съемки. Вот сейчас обратите внимание на это упражнение. Это самое тяжелое для Мухаммеда. Потому что он капец как боится щекоток, просто капец как. Вот есть некоторые бойцы, про которых я знаю этот секрет, и мне даже не стрёмно с ними побороться и так далее, потому что я знаю, что я выиграю. Вот это самое тяжелое, что он сделал за сегодняшний день, поверьте мне. Он даже не заржал, это вот заслуживает похвалы. А теперь, Коль, смотри, как в этот боулинг. Он настолько сильно не хочет с нами сниматься, что пытается от нас уехать. Коль, побежали. Что, думаешь, уедешь от нас? Надеешься на это? Да. Я тебя догоню. Из-под земли достану. Найду повсюду. Садись, погоняй. Ты думаешь, я смогу? Я надену очки, как спидигонщик. Все быстрее, Коль. У-ху! У меня ламба. Меня зовут Андрей Масолов. Я тренер по функциональной подготовке. Сегодня у вас была тренировка с Мухаммедом. Первая, да? Как я понимаю. Смог ли он вас чем-то удивить? Или, как обычно, вообще ничего такого и непонятно, почему чемпион? Не, понятно, почему чемпион. Удивить не смог, он просто показал то, что я от него и ждал. Он очень быстро адаптируется, он четко понимает задания тренера, он очень дисциплинирован в тренировке. У него очень хорошее тело, которое позволяет ему выполнять те задачи, которые ставит тренер. И поэтому, наоборот, он меня не удивил, он таким и должен быть. Я, если честно, себя таким и представлял. Слабые стороны какие-то нашли у него или слабых сторон не было? Не бывает людей, у которых нет слабых сторон. Естественно, у него есть слабые стороны, про них я говорить не буду. Есть над чем работать. У каждого человека, мы возьмем олимпийского чемпиона, и ему можно совершенствоваться. Пожелание Мухаммеду в дальнейшей его карьере. Что вы можете ему вот такого сказать, чтобы он вспоминал ваши слова каждый раз, выходя на бой в морозной Москве, слова тренера из сочного, теплого Таиланда? Во-первых, любви. Чтобы у него всегда были люди, на которых можно было положиться. Те люди, которые ждут и верят в него.
Очень хотелось бы, чтобы он не терял вот то чувство молодого задора, которое позволяет ему совершать, на первый взгляд, вещи, на которые нормальный человек не решится и на которых нормальный человек думать не будет. Пусть он остается таким же. Очень хороший парень, очень хороший с точки зрения воспитания, очень хорошая нравственность. Пусть остается таким, и пусть удача ему сопутствует. И пусть близкие его поддерживают. Вот, кстати, многие наши подписчики, исходя из того, что Мухаммед периодически там молчит на конференциях, с кем-то неохотно разговаривают, воспринимают его скромность как за, наоборот, лицемерие и так далее. Вам как показалось? Есть хоть что-то, хоть какая-то долька лицемерия в нем? Давайте так. Я с Мухаммедом познакомился позавчера. До этого момента я имел возможность наблюдать его также в интернете. Соответственно, да, в интернете это человек, который немножко отличается от действительности. За счет того, что да, действительно он много молчит, ты его молчание воспринимаешь как некую такую быковатость определенную. Нет, просто когда он считает нужным говорить, и когда нужно о чем-то говорить, это прекрасно говорящий, интеллигентный молодой человек, с которым очень приятно побеседовать. Эй, смотри, кого я поймал. Так, ну-ка. Узнаешь вашего товарища? Сбежал, сотрудника. Да? А чего сбежал-то? Нет, в отпуск попался. А работа кто будет? Хардкор, скинул приехал хардкор, в Таиланд. Таиланд приехал. Как мы, да? Как вы, да? Нет, почему, друзья? Работать кто будет? Наша команда, она работает всегда. Ты на работу когда выходишь? В скором времени вернемся. Хорошо, будем ждать. Что, не хочешь пару слов своим товарищам, которых ты кинул? Что сразу кинул-то, а вы не хотите передать привет? Ярик, видишь, да? Спроси, проценты где от заработка? Хочу передать привет всей нашей большой команде, команде Катманов, Лучников, Тим, которые помогают, работают с хардкором. В общем, ребята, держитесь, крепитесь. Я знаю, что нелегкая работа. Работа до утра, от заката до рассвета. В общем, вперед! Расскажи, какой год ты уже в Таиланде? Почему ты тренируешься в Тайгере? Кто тебя сюда привел? И в этом году тут особое большое количество бойцов хардкора. Ну и не только хардкора, разумеется, но в основном хардкора. Ну в Тайгере я, в Таиланде я второй год, в Тайгере тоже. В прошлом году с Ульяновым приехал сюда, мне понравилось. И решил тут дальше продолжить заниматься. В этом году тоже, но тут очень много, большой состав именно трех бойцов. С разных лиг, чемпионы. Интересно заниматься, но не получается заниматься. Почему? Первые 3 недели у меня была депрессия, то, что у меня рука сломана, операция, не мог заниматься, как следует, спарринговаться не мог, ничего. Одной рукой выходил, отпор давал, но это не то совсем. А ты хотел прямо уничтожать, да, как обычно? Да. Так. Шатать. Сегодня у нас какой там, 11 да, или 12? 13 января. Тебе с февраля месяца уже можно будет бить. Ты здесь остаешься или же сборы будешь проходить уже в другом месте? Не, мне уже не терпится домой. Там дома дела тоже. Задолбался тут, честно говоря. Ну, отдых без тренировки – это не отдых, честно. Ну, для меня. Но ты же тренировался, ты каждый день. Ну, это не тренировки, говорю тебе, это просто релакс. Ну, спарринги-то у тебя тоже были, но одной рукой, тоже, но тем не менее. Ну, я-то, не знаю. Кайф не получался этого. Так, ладно, я не психолог, сейчас этим заниматься не буду. Расскажи, помимо тренировок, которые у тебя так плохо здесь проходили в этом году, тебе было тяжело без них, чем еще здесь можно заняться? Что здесь классного, веселого? Что сегодня нам еще покажешь? Ну, знаешь, если ты сюда, в Таиланд, приезжать именно тренироваться, ты должен приехать с командой, с тренерами и так далее, чтобы не отвлекался ни на что. Неделю раз там сходить в океан искупаться. Это я так считаю. Каждый а так, если с семьей, то тренировки не получится вообще. Потому что дергают на экскурсии, да, вот это вот все. Ну, да, нужно уделять время семье и так далее. Тренироваться, ну, все не остается. Хорошо, расскажи, помимо, что здесь все-таки можно делать, что здесь интересно, помимо тренировок?
Интересно, дельфинарий съездить, посмотреть, советую. Да. Monkey Hill. Что такое Monkey Hill? Обезьянья гора. Так. У тебя там, насколько я помню, да, расскажи, какая это прошлогодняя история была, да, за что мы тоже сегодня едем квитаться. Ты же тоже была там. Да? Так, ладно. Когда ты летела фильм снимать, помнишь? Да, 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 помню. Угу, вот. Так. Как-то этот альфа-самец подошел. Это кто, говорю, это кто вообще? Он этот, сумку начал лезть. В мою причем. Да. И там мой снюс лежал. Я заснюсь, и двор стреляю в упор, как говорится. Я ему говорю, типа, что это мой снюс? Он начал огрызаться. Ты ему немножко да. по-другому сказал, мы вставим видео, мат запикаем обязательно. О, боже мой. Это кто? Не знаю, почему это происходит? Эй, мой снюс. Эй, я тебя сейчас... Так, окей, Monkey Hill. Еще с тигрятами в Истоле тоже выставляли видео в прошлом году. Ну, почему там в этом году решили? Мне понравилось их накачивать там наркотиками. Ты думаешь, что они не просто спокойные по природе, да? Что да они... нет, конечно, тебя обселят. Ты что? Накачивают, конечно, 100%. А, понравилось по пляжам съездить, по островам. Джеймс Бонд. Так, а по пляжам, ты имеешь в виду пляжи Пхукета? Нет. По островам. А, по островам. А пляжи, да, пляжи Пхукета тоже хорошие. Какой твой любимый пляж на Пхукете? Куда стоит ехать купаться? Блин, где знаешь, меньше всего народу? Меньше народу не сказать, но люблю вот там еще на машине, короче, через лес, через горы вот так перелазишь. И очень красивое место. Угу. Забыл, как называется. Но там красиво. Еще расскажи, что по кухне. Мы сегодня вечером поем куда-нибудь ужинать в интересное место. Что ты здесь ешь? Я не знаю, я всеядный, друзья. Я бы отвез вас. Куда-то, но... На рынок? Ну, отвезу на рынок, роллы покушаем. Так, еще я видела, что здесь есть в меню жареная кобра, жареные крокодилы. Что ты уже пробовал, что ты уже ел, что тебе понравилось, что крокодил нет? Крокодил ел, так чуть-чуть жестковато, на курицу похоже. Кобра, ну, так себе, вообще легко просто. Руслан, если что, имей в виду. Там вот так вот взял, голову отрубил, заживал и все там. У тебя легко переваривается. А? Сейчас какой у тебя вес? Сосана вес, да, 93. 93, да? Если что, вы... Магаисма, то же самое. Кобра, кстати, у вас кобра, Магаисма один тренер, вкус... так что... А? У вас Магаисма один тренер, так что, кстати... Да, да, кстати. По функционалу я бы с тобой поспорил бы, надо. У нас с тобой один тренер. На месяц стоит приезжать или двух недель здесь хватит? Ну, лично мне, я на месяц... Не ну, советую. Три недели максимум за глаза хватит, я думаю. Ты в этом году сколько здесь? Я месяц. Больше, ну, больше месяца, да. А что ты не загорелый? Загорелый? Нет. Ребят, пишите в комментариях, кто из нас более загорелый. Расскажи, чем Тайгер отличается от других залов? Будь то Россия или Таиланд, что, в чем его главное отличие? Почему все едут именно сюда тренироваться? Ну, самый главный плюс в том, что все, от новичков до профиков, суперпрофиков, приезжают сюда, потому что природа располагает к занятию спорта. А не слишком ли жарко в тропиках тренироваться? Ну, это как бы, я не знаю, дышать тяжело, честно, кислорода мало. Типа выносливость повышается от тренировок на таком? Да, да. Это как в горах, типа, как бы. Блин, да не, функционал повышается, да. Ну тут прикольно, Коль, чуть-чуть вот, знаешь, цепани, потеешь, посмотри, сколько там народу вообще. Прямо от души. Но минус в том, что, ну, из пота выходят все тоже полезные минералы, вещества. Да. О, Петр Романкевич, здорово! Как дела? Здрасте. Здрасте. Пару слов туда-сюда сделай. Ребята, все на спорт приходите, тут целая команда. Ну да, поддержка. Дай попить, пожалуйста. Как дела? Это все выше и выше. Каждым разом все выше и выше говорю. Вы тоже на поддержку? Да. Или на отдых? Ну мы поддержка, отдых, съемки, у нас все вместе. Замиксовали. Тянусь себя. Ты себе на 5 не можешь? Я уже все. Я как там подрался, уже не хочу. А вы сколько здесь по времени? В смысле на сборах? Да. До февраля? Нет, сколько уже здесь сейчас уже находитесь? 15 часа прилетели, и 2 недели адаптировались, вот уже, и 10 уже. Вот посмотри, как должен выглядеть человек, который съездил в Таиланд на сборы, отдохнул, загорел.
А ты бледный. Нет, это человек, который отдыхал. Бледный. А вот это человек, который работал. А я? Человек, который прилетел так. Ты красавчик. Все, пока убийство не произошло, пошли. Я полтора месяца здесь пытаюсь загорать каждый день. Ладно, договорились. Ножиком по сердечку, да? Ножиком по сердечку, это просто невозможно. Все считают, что я не загорела. Я каждый день загораю по часу, по два и пытаюсь загореть. А, да. Куда без этого? Так, ну что, у нас все. Мы едем на Monkey Hill. Нам по дороге надо купить обезьянкам бананчики же. Мы все равно нравились. Да? Бананчики купить? Пошли не нафиг, дубинку надо взять. Нет, ну приманивать водичкой и бананчиками их надо. Все, ладно. Окей, погнали. Они меня бесят просто, ну с того раза еще. Да они есть добрые. Тебя нагнал, на тебя только один, остальные-то няшные были. Ладно, у них еще альфа-самцы бегают и писают на всю стаю. Значит, он альфа. На детей, на маленьких обезьянок. Вот просто вот так вот ходит. Это ужасно. Вот его я бы тоже дубинка, как феминистка, я бы его тоже дубинка как следует бы. Погнали, прыгаем в машину, покажи, что за тачка-то у тебя. Расскажи, что это вообще. Что рассказать? Прыгай, если это хочешь. АМГ? Хочешь? Я хочу спрыгнуть, подожди. АМГ, да, АМГ. Дай руку-то. Слушай, ну нормально. Салон кожаный? Если нет, я не поеду. Кожаный, да. Прикиньте, кожаный салон. Коль, смотри, что у нас тут в багажнике. Тут, короче, экипировку на сборную России хватит здесь, то, что лежит. Слушай, ну не только. Я смотрю, у тебя еще ласты здесь. Грузики, да. Ласты? Ты плаваешь в ластах? Да. Дощечка для волн. Это мое, не трогай. У на расстоянии, на длинное расстояние. У кого-то из детей отжал? Да. Блин, здесь такие классные вещи в тайгере. О, прикольная. Я бы себе купила ее. Ну так, возьми. Я не взяла деньги с собой на съемку. Так, у моего друга есть в Таиланде Exchange 24. Можешь в любом ближайшем банкомате снять деньги, обменять и снять деньги. Без проблем. Покажи, как. Смотри. Ну вот. Алло. Добрый день. Я бы хотел снять деньги. Нахожусь в тайгере. Тайгер мой тай. Легко и быстро. Спасибо. Знаешь, что нашел? Ну, шатану как. Если... Нельзя их бить. Да я не буду они сначала их бить. Они, если, один... если накинуться опять, то у меня же... О, смотри, какие няши. С того раза еще запомнил. Один на тебя похож, посмотри. А самая большая это ты. Да, а это все дети хардкора. Так, смотри, мы приехали к обезьянам. Вон, кстати, они уже, мы сейчас прям скоро до них дойдем. Это они уже там? Да. Что, но это не тот, спустились? Который на тебя напал в прошлом году. Ого, опять напал, видишь? Успокойся, не зря я палку взял. Успокойся. Иди сюда. Я не знаю, как мы сейчас будем вообще это что-либо делать и так далее. Ты можешь быть миролюбивым? Ты же на самом деле добрый человек. Ты знаешь, ты осталось... же добрый, хороший, спокойный. Что... Полная моя противоположность. Мы взаимностью живем же. Все взаимностью. И а, я не если... с положением этого все, знаешь. Хорошо, добро а ты притягивает инь добро. Ты инь или зло, янь? Зло. Это черное или белое? Я между ними. Если с агрессией подойдут, то шатанем. Если с миром, то вдвойне блин, отплатим. Сейчас прям мой вопрос я на, вот, на знаешь, корне рыбанул. Я хотела сказать, ты скажешь, что типа я инь. И я спрашиваю, у тебя есть янь? А так, ну вообще... Салам алейкум. Салам алейкум. Как дела? Нет, ты едай этот бананчик. Это не он. Так, сейчас подожди. Вот так отрываешь и аккуратно даешь. На. Вот так. А вон они идут, смотри. А что, так можно было, да? О, смотри, они спариваются. Смотри, Коль, снимаешь? О, присунул. Видели?
Так, нет, чувак, вот ты не доел свой банан, вон твой старый лежит. Все, ты мне не нравишься. Она кормящая мать, у нее сосочки, я хочу ей дать. Не тебе. На. Ну и сиди дальше. О, альфа-самец подошел. Где? Ко мне уже? Ты огромный, блядь. А я тебя сейчас обману. Смотри. А? Он не обманывается. Ну на. Э? Какая красная попа. Подожди, смотри, обезьяна на тигре. Она только что поимела тигра. По-моему, это он замахнулся на меня в прошлом году. Ну нет. Ай, твою мать. Здорово. Девочки, вам всем нужно сделать эпиляцию. Срочно просто. Да. Прикинь. Ты это мне кинул, да? Ой, у меня вон упало. А, вы так с пола не берете? Берете? Ты маленький вообще, как все мои чемпионы первого сезона. Не наглей? Ну и что? Короче, давайте, пацаны, по факту с вами поговорим, да? Как у тебя жизнь вообще? Я один. Как проходит тренировки? Это наглость, извините, это мой пакет. На. На, все, ты, блин, некрасивый человек. Так нельзя видишь? Делать. Они дерутся, да? О, это, кстати, классно реакция было. Кошки, грация Зевса. Явно не Зевса, да, это прям ловкость была. За твое смирение я тебе дам. Уйди отсюда. Я думаю, что он сытый, поэтому он не ест. А, нет, Мухаммед. Расскажи, что ты чувствуешь, когда кормишь бездомных животных. Я люблю кормить бездомных животных. Это ты вот сейчас очень детство. Опасно так, обезьяны. Ой, дай мне бананы, все, дай. Нет, на тебя нападут сейчас, уйдет. Я их вот так буду держать, они не будут видеть. Я боюсь их, честно говоря. Жду, пока они цапнут меня, чтобы я их всех... Не тут. Надо. Смотри, он палку хочет. Смотри. Ой, На. Все. Пойдемте отсюда. Пошли. Я боюсь, что... Все. Пойдемте быстрее отсюда. Эй, вы что, гоните? Сейчас вы слышали первый раз в жизни фразу от господина Мухаммеда Анатольевича Калмыкова? Он только что сказал, пойдемте отсюда, я боюсь. Ты понимаешь, это просто шок-контент. Мухаммед, скажи еще раз, пожалуйста. Нет. Ну скажи, нет. Точно снял, Коль? Не нравится мне эта затея с Monkey Hill. Не нравятся тебе обезьянки? Нет. Но они же есть добрые. Добрых люблю. Ну и все. Знаете, наглые. Видел, как маленькая залезок? Это палка. Они на лазят палку? По палкам. Они хотят лазить по палкам. Она хотела укусить меня. Зубы показала. Я просил. Смотри. В принципе, расскажи из всех животных, кого ты любишь больше всего. Кошек любишь? Кошек нет. Так. Я... Коля, собак больше люблю. Собак, так, да. А лошадей? Лошадей, ну... Нет. Я марафон бегал, ну, не бегал, а скакали на лошадях 70 километров, 75. После этого у меня ты спина... все себе там протер? Да, и спина начала болеть у меня. Ну, я вот так ходил раком просто. Ну, потому что ты неправильно катаешься. 75 километров за сутки, прикинь. Тем более, учитывая то, что еще после этого ненавижу лошадей. Мухаммед нам покажет местный рынок, где, как он говорит, самые вкусные суши в мире, жареные крокодилы и кобры из кофемании. Что, друзья, приехали на рынок, да, вот сейчас покажу вам, где суши кушать. Самый четкий, самый бон. Кстати, только я так могу тут парковаться в Таиланде. Вы так не рискуйте на будущее, а то прилетит вам от местных. Ну что, мы нашли суши. На самом деле здесь не самый большой рынок из тех, которых мы видели. Крокодилятины вот здесь я, кстати, пока еще не увидела, но мы постараемся найти вам показать. Но самое главное, мы нашли суши.
Сзади тебя суши, вот. Ну, понятно, еще хочу зайти. Какая-то новая схема, такого еще не было. Мы должны заполнить, что мы хотим поесть. Подглядите, что киборг кушает, что он заказывается. Так. Извините, здесь все на тайском. А ты... Ты нашел на это? Да, да. Этот рынок в основном работает по выходным. Сегодня пятница, сегодня он работает не в полную меру. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы найдем хотя бы место, где сделают мой любимый манговый фреш. Смотрите, здесь есть абсолютно разные разновидности манго. Другие фрукты. Также в Таиланде есть один фрукт, который запрещено кушать в отелях, запрещено возить в аэропорт, куда угодно. Ты его можешь только купить и съесть в моменте. Это называется dragon fruit. У него очень странный запах. Кому-то нравится, вкус сладковатый. Но как по мне, когда мы его попробовали, честно, блевотина. Сейчас мы возьмем попробовать. Ну, не попробовать, ладно. Сейчас мы возьмем папайю, нам ее порежут целиком. И я очень надеюсь, что здесь нам смогут сделать фреш, который мы попьем, пока нам делают суши. А дальше мы будем наблюдать, как киборг после тренировки поедает суши. Это самый частый продукт, который он употребляет. Вот даже в Москве он постоянно ест суши. Постоянно. Он должен был родиться в Японии. And no papaya, no? I have papaya. Yes, but you can't cut. Короче, мы тогда съездим на рыночек, который около нашего отеля, там нам все порежут, и мы попробуем. Запахло травой. В этом году ее здесь легализовали, и повсюду запах травы. Вот Таиланд чуть-чуть подпортился, к сожалению. Вы знаете, как пахнет трава? Потому что здесь мы были около вот этого маркета, как это называется, шоп, да, там, вейп-шоп. Вот каннабис-шоп, например, да, вот на той стороне сейчас. И я поняла, какой запах у этой гадости. Наркотики зло, ребят, вот честно. Суши добро. Что это такое? Что это такое? Фу, это пахнет чё? Сладким, кстати, чем-то. Что за мясо? What is it? Крокодил? Крокодайл? No, pop. А, свинина. О, ну, ну, ну. Sorry, pineapple with passion fruit juice makes fresh. We only have our passion fruit. Only passion, no mango? No mango, sorry. Just passion fruit. Чего это? А вот это что, passion fruit shake? Shake. Shake, yes. Yes? Passion fruit shake. Passion fruit shake? Yes. Давай. Короче, чтобы вы понимали, здесь Калифорния. Стоит, почему, 75? Дай ты чай хочу, да. Да. Здесь Калифорния, чтобы вы понимали. Ну, в Москве сколько Калифорния стоит? Ну, 700-800 рублей. Здесь Калифорния на наши деньги стоит около 150-200 рублей. Короче, вот это все добро, сейчас покажу пацану. Покажи. Passion fruit. Ну или как мы называем маракуйя. Здесь, да, нас суши разочаровали немножко. Вот на Патонге вкусные были, но там очень грязно. Вот, смотри, Светлан, обещал уже показать вид. Как же здесь отеля. Красиво у тебя. Все, я хотел сказать, приезжаю. Я... Да, очень довольна. Так, вот там первый бассейн, в котором мы тебя поймали, да? Там первый, тут второй. Здесь внизу прям второй бассейн. Да, да. И они оба типа как на крыше. Прикольно. Блин, ветер, я, пожалуй, завяжу волосы. Поднадоело уже здесь. Хочу домой. Хочу на родину, в Москву. Уже на сборы, к сборам приступить. Так, расскажи, когда ты улетаешь на сборы, они у тебя будут где? В Дагестане, в Нальчике?
Одну Нальчике месяца на два. Прям не вылазить из зала. Ну, я же потерял там пару месяцев из-за руки. И надо нарастить это все. Так, ладно, Мухаммед, расскажи, вот совсем недавно был Новый год, как ты его праздновал здесь? Праздновали ли вы или легли спать? Короче, 31 декабря, чем ты здесь занимался? Смотри, фишку придумай такую. Так. В другом отеле, вот внизу, проходишь туда, как постоялец, там полотенце можно там забрать, и подумаешь, что постоялец. Короче, там зашли туда, покушали, посидели. А музыку послушать потом, сюда поднялись на фейерверке вот к Новому году. Это здесь был фейерверк? Да. Боже, я даже не представляю, какая здесь была красота. Да. Здесь же вообще вся набережная Пхукета, все курортные очень зоны. Очень красиво было. Ну и дальше тут продолжим. Слушай, ну молодец тот, кто выбрал этот отель на самом деле. Я выбирал. Ты выбирал? Да. Сейчас как у Пиноккио такой нос. Пчу-пчу! Как у Шрека. Ты же недавно смотрел? Как у Фионы, да. У Фионы не рос нос. Так, хорошо, за 22-й год давай назови топ-5 самых важных, ярких вещей, которые произошли в твоей жизни. Вот 2022 год, он был очень сложным для всех, но все-таки в нем были какие-то и хорошие вещи. Вот расскажи, что это было для тебя, 5 самых таких, типа, класс. В первую очередь женился. Правда? Да. А что ты мне не сказал? Не гони, ты знаешь. Второе, там, обрел истинных верных друзей. Это самое главное. И, как тебе сказать, третье. Может быть, завел себе ближе. Какого-то друга? А? Завел себе какого-то друга, нет? Четверо много. Ладно, хорошо. Так. Ну и на шаг приблизился к своей цели. Что за цель? Тебе скажи, да? Скажи. И мне скажи, и всем нашим. Пару боев сделали таких. Ну, как тебе сказать? Ты попробовал себя в ММА. Хороших не сказал бы, да. ММА, блин. Ну, это терпимо. Попробовал. Это нормально. Одно. Но если там выступать профессионально, то надо. Готовиться минимум 3 месяца туда. Мне кажется, полгода, учитывая то, что ты ударник на ММА, чтобы прям уверенно. Переключиться из бокса кулачки на борьбу тяжело, тяжеловато. За 2 недели, как я сделал это, в следующий раз не получится. Поэтому, если бой намечается, то за 2-3 месяца приступить к тренировкам и выходить полноценно, чтобы потом не жалеть, да. А сборы здесь ты вообще когда-нибудь рассматриваешь? Ну, например, жена в одной части острова, а ты в другой части острова. Да, без семьи, да. Вообще без семьи сюда прилететь? Да, с командой прилететь сюда вообще шикарно. С тренером, с командой. Лучше нет. Так, ну и 2023 год. 5 целей, которые ты себе поставил, чтобы они у тебя обязательно произошли. Я заранее надеюсь, что они все у тебя получатся. 5 целей, 5 мечт, которых ты запланировал именно на 23-й год. Ну, смотри, Биг Будда. Покажи. Что, это твоя мечта на 23-й год? Да, забежать туда, наконец, за 2 года. Через лес? Не, красиво тут, нереально. Ну, хорошо, что вы приехали. Я так-то сюда не поднимался, не доходил. Да? Мне кажется, у меня какой-то дежавю, что я была уже здесь. Может, в прошлом году. То ли книжку читала, то ли, мне кажется, я уже здесь была, но, может, приснилась просто, кто знает. Так, давай, 23-й год. 5 вещей. Загибаемся вместе пальцы, друзья. Погнали. А если я скажу, они сбудутся, да? Ну, главное, в них очень сильно верить. Ты веришь? В свои, которые я написал на 31 декабря, список желаний? Да нет, в мои. Я верю, потому что одно из них 6 января прям исполнилось. В меня веришь, говорю? В тебя я верю просто. Если бы я не верила, я бы с тобой даже не общалась. Тогда можно говорить смело, да. Нет, давай так, если кто-то пожелает плохого, ну, пожелает, чтобы эти желания не исполнились, прям, ну, типа, номерок мне свой напишите, я приеду, разберусь, кто там против желаний Мухаммеда. Так, погнали. Купить квартиру 2-ю в Москве. Так. Хочу отцу приятное сделать, купить ему машину. Так. Потом жене машину, потом себе. Сегодня учусь так, себе. Так, 3 машины, квартира и... Ну, бродяги, да, все, отдаем. Нет, про свою машину ты уже тоже сказал, бродяга. Так, давай, и 5-е.
Может, что-то по работе, по боям какая-то есть мечта у тебя? Ну, я хотел за океан побиться, перебить там всех этих клоунов. Но, видимо, это уже не получится. Почему? Ну, из-за сложившейся ситуации. Я сомневаюсь. Ну, из Таиланда, если ты здесь будешь проходить сборы, и, дай бог, там попадешь в какую-то... на какие-то бои, может быть, даже в Сингапур, то это будет все гораздо проще. Главное — верить. Ты сейчас спросил, верю ли я в тебя. Я в тебя верю. А вот, мне кажется, ты сам в себя не очень веришь. Вот-вот-вот. В этом и дело. Смотри, я стою, вот, знак супер. За океаном всех перебить — это желание твое в 23-м году, чтобы у тебя был какой-то громкий бой с бойцом за океаном. Правильно? Так, что не бой, там громкий получится. Окей. Это, такую заварушку там устрою. Все. Пять. Что пять? Расскажи про свои планы на другие промоушены, есть ли таковые, или пока ты двигаешься в хардкоре. Насколько я знаю, у тебя уже закончился контракт. Собираешься ли ты оставаться в хардкоре, рассматриваешь ли другие организации? Контракт закончился, да, но, конечно, я бы хотел двигаться дальше с хардкором и буду двигаться. Ну и рассматриваю другие лиги тоже. Я хочу побить, зайти в каждую лигу, забрать их хайп, там, побить всех чемпионов, которые там у меня в дивизионе есть. И, как сказал, весь хайп привести обратно в хардкор. Анатолий такой подгончик тебе сделал. Так, а расскажи, какие, кстати, вот раз мы заговорили об Анатолии, какие у вас взаимоотношения с Толей? Ну, типа, братские, то есть там как, ну, я не знаю, можете куда-то с ним сходить поужинать, потусоваться, там, просто созвониться, спросить, как дела, что, как, там, отправить какие-то смешные, ржачные мемчики. Или же нет, несмотря на то, что там вы 3 года, да, бок о бок, плечо к плечу в хардкоре, у вас такие отношения с ним не сложились. Как вообще, тебе тяжело? Многие говорят, что с Толей очень тяжело общаться. Не, знаешь... Тяжело ли тебе? Анатолием как... человеку, как, ну, я им восхищаюсь, безусловно. Он голова. То, что он сделал, да, не каждый сможет сделать, практически. Мертвый оживил, можно сказать. И как он руководит, вот это все, его мышление, это, блин, он реально голова. Голова. Ну, с Ульянова они вообще все умные. Да. Раз. И как, ну, взаимоотношения, ну, хорошие у нас, ну, знаешь, как мы начинаем, как-никак он руководитель нашей лиги, и я стараюсь, ну, держать субординацию, как боец и руководитель, да. Нет, ну иногда так, там вы с ним переписываетесь, что-нибудь присылаете друг другу. А так между боями, ну, как тебе сказать, когда встречаемся, да, сидим, общаемся. А чувство юмора у него есть вообще? Или он вот такой железный камень? Честно говоря, мне его тяжело понять. Я не знаю, может, я отсталый, может, я далекий. Но мне его тяжело понять. Сколько? 2,5-3 года знаю. До сих пор не знаю, какой он человек. Как общаться с ним, как, какие ключи подобрать. Ну, вообще, он хороший. Ну, нормальный, так? Да. Толян, ты нормальный. Так, окей, расскажи, а вот ты говоришь, что ты смотришь на другие промоушены. Ты будешь выбирать, кто тебе больше предложит, или же для тебя это больше не заработок, а то, что ты реально хочешь забрать весь хайп. Просто для тех 5 мечт, которые ты хочешь осуществить, про которые ты сказал, я, конечно, как фея крестная, могу тебе сказать, что да, все получится, но на Бога надейся, он сам не плашай. Тебе нужно будет прям хорошо зарабатывать в этом году. Как ты будешь выбирать лиги, где ты будешь драться? По поводу выступления в других лигах, безусловно, хочется, да. Я и с самого начала этого хотел, но не хотелось бы портить отношения с лигой, с Анатолием. Как-никак, лиге я благодарен, Анатолию тоже, за все. И все пояса, все разобранные черепушки с других лиг, да, я принесу обратно домой в хардкор. И все, блин, все на этом закончится. Так, дальше уже, я думаю, уже громкие бои будут. Шатать будем всех с рук с этих. Ну, ты не ответил. Как ты будешь выбирать промоушены? Вот, например, нас сейчас будут смотреть промоушены. Что они должны тебе предложить, чтобы ты согласился у них на бой?
Ты будешь смотреть на хайп? Ну, типа, тебе там предложат какого-то классного чувака. Безусловно. Или ты будешь смотреть на деньги? Безусловно, хайповые бои и деньги, конечно. Это я не отрицаю. Так-то, знаешь, именно в хардкоре взять, практически не с кем будет драться. Пару человек осталось, да, с кем будет вопрос назад. Вот мой следующий вопрос, с кем из хардкора. Дальше уже хотелось бы, да, с бойцами из других стран подраться, побить их. Кайф получится от этого, а уже не хочется, уже не по кайфу, а со своими ребятами. Ну, конкуренты на хардкоре. Давай несколько имен, если они есть. Ребята, которые действительно серьезные, хорошие оппоненты. Так, Хамзат нет, мы смотрим. Лендруш, да. Весомо, третий сезон опасный. Бридов. Как тебе? Я только хотел назвать его Бридов, да. Интересный парнишка. Почему Можно. Парнишка? Потому что он моложе тебя сильно. Молодой. Парнишка. Даня, ты парнишка. Я с ним можно поработать. Я пару боев его смотрел. Есть у меня ключи под него. Интересные. Ну, это будет твой, по-моему, первый оппонент, который у тебя выше. Если у вас Бридов. А с кем ты дрался? У меня оппонент, как же его, на барже, с кем я дрался. А, Бахшиев, да. Это твой первый нокдаун. И единственная сечка за это все не значит, бои. Что у меня нокдаун будет в нашем бою. Так, хорошо. Теперь расскажи мне. Мое собственное наблюдение, и, к сожалению, это касается большинства и бойцов, и людей, которых окружают, что очень важно мнение людей, о чем скажут и так далее. Как ты к этому относишься? Вот, например, ты делаешь что-то, что не вредит другим, и что будет приятно тебе, вот, что принесет какую-то пользу, или ты все равно задумываешься, блин, а вот если я сейчас вот так сделаю, что они подумают? Или у тебя знаешь, этого нет? Знаешь, пример приведу. Раньше, когда вот элементарно с персом моменты были, перс выкладывал каждую секунду, там сторис делал, рассказывал людям. Люди видели, слышали сторону перса и думали, что он прав. Ну, а я так не воспитывал, не учили. В каждый шаг там рассказывать, что, личное там выносить на избу и так далее. Я не делал этого. И люди критиковали, да, делали виноваты меня, осуждали. В какой-то момент меня триггерило, можно сказать. Но потом понял, что, пофигу, кому что я буду доказывать, да. Главное себе, люди, кто должен знать, они знают, а на остальных вообще, пофигу, просто пофигу. Объясняться перед кем я должен, не перед кем, по сути. Уважуха. На, братан. От души, брат. Так, окей, расскажи про семью. Сейчас они тебя поддерживают. Помню, когда первый раз прилетала в КБР, первый раз приехала к вам домой с родителями. Конечно, все были против твоего увлечения. Последний раз, когда я прилетала, и мы ездили на озера, твой папа уже сказал про то, что, что делать, уже поддерживаем. А что сейчас? Сейчас вся семья, весь, как это правильно сказать? Клан или что? То есть тейп? Стая. Стая, да. Вся стая поддерживает, да. Все наблюдают искренне, переживают. Кстати, я, можно сказать, осуществил свою мечту. Лет 10 там, к этому стремился. Я видел, как родители стараются для меня. Всем жертвуют. Я отучился, чтобы я чувствовал себя хорошо везде. И я когда думал, когда вырасту, буду также поддерживать их, чтобы они ни в чем не нуждались. Сейчас это время настало, и слава Всевышнему, слава Богу, что могу помочь, поддерживаю их по сегодняшний день. И это самое главное. Одну маленькую цель осуществил. Так, хорошо. Двигаемся. Расскажи, когда ты приезжаешь в Нальчик, ты же в Кабардино-Балкарии вообще суперзвезда. Не мешает ли это тебе тренироваться? Не мешают ли бесконечные фанаты тебе кушать? Я видела, что мешают. Но, тем не менее, не отвлекает ли тебя это от тренировок?
Вообще, на самом деле, даже если ты в Дагестан поедешь, ты тоже суперзвезда. Короче, как ты во время сборов справляешься со своей известностью? Ну, знаешь, товарищи полицейские даже приходили в зал, чтобы я там молодым... как это сказать? Наставление, да? Наставление, да, что правила дорожного движения и так далее, что пообщался с ними. Так, и что, дети тебя слушали? Да, дети, короче, тебя тоже все там зашли туда, в зал, там дети... Полиция зашла. Полиция зашла. Товарищи полицейские, извиняюсь. Товарищи полицейские. И дети так с осторожностью смотрят. Че, ребята, построились все, сейчас будет обыск. Кто-то что-то украл. Признавайтесь, кто что украл. Сразу все на шухер так встали. А ты что им сказал? Я шучу? Да. Они засмеялись или испугались больше? Больше испугались. Кто-то засмеялся, нет? Нет. Никто, да? Но ты посмеялся. Сам пошутил, сам посмеялся. Мне говорят, это девиз моей жизни просто, поэтому все, в принципе, нормально. Че? Расскажи о своей жизни, кем ты себя видишь, например, когда тебе будет... Сейчас тебе 26, правильно? Да. Так, вот когда тебе будет 45-46 лет, кем ты себя видишь? Как будет устроена твоя жизнь? Вообще, чики-пуки, знаешь, будет лежать под... Иришка чики-пуки с тобой будет? Я надеюсь, что нет, Мухаммед. Да, нет. Она уже другим человеком занята. Ну, я ее очень люблю, кстати. Она огонь, огнище. Так. Ну, вижу себя в костюмчике. Спортивном? Уже... Нет, в трех. Две пуговицы такие. Две или три? Что, тебе костюм трэш, который пиджак, жилетка, рубашка, брюки, вот это? Да нет, который на работу ходит. Ты офисным клерком будешь? Сама ты клерк, я начальником буду. Боссом офисного клерка? Боссом боссов. Ага. Так что... Капунькап. Саватикап. Когда с турки меня забирали, да. Кстати, скучаю по ним. Я тоже очень скучаю по дурке. Ладошки хлопали. Вечером, так, помнишь, сидели и пирожки измазывались еще все. Это классно было. Зачем ты меня забрал оттуда? Да меня самого забрали. Ты один мог оттуда сбежать, зачем меня... Ладно. Так, 45 лет. Ты уже не в дурке, ты в костюме. Так. Шутка. Ну да, ну спорт не вечен же. Спорт не вечен. Так. Спорт. Токс. Там дерутся, что ли? Не, нормально все. Все под контролем, да. Хочу, знаешь, еще одна мечта у меня. Помогать ребятам достойным. Ну, много же ребят, которые... Такие талантливые, реально талантливые парни, ну, у которых нет возможности, нет толкача, да, кто... Ты имеешь в виду спонсором, как Макс Каганский сейчас? Да. Я прям с детства мечтал, к этому стремлюсь и хочу также помогать людям. Хорошо, расскажи про Макса Каганского. В Прайд очень тяжело попасть, у вас не такая большая, в принципе, команда, хотя в этом году она значительно расширилась. Да, и Мазур, и Файфер, и Горшков туда прибавились. Расскажи, пожалуйста, про Максима Евгеньевича Каганского. Многие смотрят его, как он выступает периодически на хардкоре, и очень сильно боятся. Человек всегда с охраной, высокий, статный, суровый взгляд, с вот этими, как называются, которые перебирают вот эти... Это не надо озвучивать. А, да? Да. Хорошо. Вот. Но, знаешь, у меня расскажи несколько него. Человек, которым я вот стремлюсь быть похожим, как они, ну, как они живут, как они общаются с людьми, как, ну, смотрю на их поступки, и хочется стремиться, как, ну, так жить, как и они. Это твой отец, мой друг, и, ну, Максим Каганский, да. Безусловно, он человечище, человек с большой буквы. Порядочный семьянин, бизнесмен, успешный спортсмен. Сейчас вот буквально месяц назад он выполнил. Да, ты же на соревнования ездил. Да, к нему ездил, да. МСМК, да, выполнил по пауэрлифтингу. Блин, сколько им, 45, да? Нет, максимум меньше. 40. У них 100 ли разница не такая большая? 40, по-моему. 100 или 38? 41, что ли, как-то так, 41-42. Да, ну, блин, 40-41. Кто такой?
Мало кто сможет. Сколько он тягает от груди? 300? Не-не-не, 260 где-то, по-моему, 260. Это так. Это я, ты, Коля и еще. Еще кто-то. Да. Короче, ну... А с ним тебе легко общаться? Мы как-то сидели с ним, и он рассказывал свою историю. Ну, прошлой жизни? Да, историю жизни. Я вот таким открытым ртом сидел, ну, слушал его, да. И думаю, он что, мой, этот, личное дело мое открыть, перечитывать, что ли? Ну, такая же история практически. Ну, в нем увидел себя, можно сказать. Уважение к нему очень большое. Ты знаешь, словами не описать даже, как я к нему отношусь. Ну, расскажи, а как он поддерживает бойцов? Бойцов, блин, он красава просто. Не только бойцов он поддерживает. Нуждающимся помогает, детям, больным. Вот Алёша, это же его фонд тоже, да? Да, по-моему, да-да-да. Детям, больным. Спорт продвигает, GFC, правда, сейчас GFC бокс откроется. Молодым дорогу дает. И парням дает реализоваться, можно сказать. Ну что нам, ну, вот он помогает мне лично, да. И у меня кроме тренировок сейчас никаких забот нету практически. И это очень большой плюс. Лагерь, тренировочный лагерь, сборы все, ну, помогает. Лечение. У вас у Прайда какой-то свой клуб в Сочи. Клуб «Крепость», да, на Красной Поляне. Прям в горах? Да, 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 960 метров. Там очень круто заниматься вообще для функционала. Прайд ученика. На сборы ездит туда? Да, да, да. Мы там базируемся. Вот такие дела. Ну и что еще можно сказать? Я видел его в рабочее время и не в рабочее, да, Максима. Как он к семье относится, какие у него ценности, к детям, к жене. Большой человек, красавчик просто. Ну, жена его тоже, кстати, красотка. Просто это с такой энергией человек, когда приходит на бои, просто это прям... Я знаю, да, что как... вечер будет очень классный. Ни один мой бой не пропускает. Так, хорошо. Расскажи, как думаешь, спорт, он будет прогрессировать еще какое-то время? Или дурные привычки, они погубят все-таки молодежь и... Спорт будет процветать, дай бог, всегда. Тем более с такими людьми, вот как Толя, Максим Каганский, которые воплощают это все в реальность, да? Спорт будет процветать еще сильнее. Буквально 3-4 года назад, ну, как тебе сказать, бойцы получали копейки, а сейчас... 20 тысяч пряники. А сейчас, ну, миллионы считают. Не только 20 тысяч пряников, в других лигах там... А пряники сейчас нету, кстати. Выси, ну, копейки получали реально, сейчас более-менее получше стало. Как Федор выразился, да, всякие блогеры получают достаточную сумму, а бойцы, профессионалы намного меньше. Ну, в этом залог, знаешь, то, что Толя заложил туда, в плане раскрутки вот, бойцов, медиа, вот, то есть все, это дало свои плоды. Подрастающему поколению, что хочешь пожелать? Вот тем ребятам многочисленным, которые просто обожают тебя, смотрят все твои бои там на стенках. Я, кстати, не знаю, сейчас молодежь так делает. Мы в свое время, те, кто нам нравится, наши кумиры, если можно так назвать, у нас были плакаты, мы прикрепляли их на стенку. Может быть, кого-то твои там портреты висят дома. Вот что ты им хочешь пожелать? Ребят, пожелать много чего хочу, но в первую очередь для развития учитесь и тренируйтесь. Смотрите «Хардкор».
смотрите хардкор. Не-не-не, поменьше смотрите хардкор, пожалуйста. Это моя личная просьба. Это подрастающему поколению. Да, да, другим там можно, взрослым. Почему подрастающему поколению нельзя смотреть хардкор? А? Почему подрастающему поколению нельзя смотреть хардкор? Там дофига дебилов хватает, ну, как нездравых тюленей. Ты имеешь в виду то, что на конференциях? Да-да-да, ну, это неправильно показывать. Сейчас была у нас дисквалификация одного нашего бойца, который дважды, ну, если можно так сказать, нежданцом, отправил сначала Джавида и нанес ему... Кстати, этот момент я не понял, да. Сотрясение мозга, так что Джавид не смог выступить. И потом Мухаммеда Гери. Я с Джавидом разговаривал, да, он говорит, типа, до этого, до конференции подошел ко мне, попросил меня раскачать бой. Поэтому да, он мне тоже самое сказал. И, ну, я вот его поступка не понял, честно говоря. Может, он перегорел и растерялся и ударил. Может, так, ну, хорошо. Потом, после боя Мухаммеда Гери с другим оппонентом... Гери, да. А ты сказал Гея. Да, не говори так. После боя с Мухаммеда Гери... Гери. Также он вышел, ударил, и там был двойной перелом челюсти. Вот к таким выходкам ты как относишься? Конечно, негативно. Там некоторые комментарии были, когда я прокомментировала это из серии, да, Мухаммед сам не жданул там Кочерша, не жданул Перса. Не, послушай, разные ситуации бывают, но Герри-то после боя, он, как можно, как бы человек там не истерил, после боя пить человека, это сверху. Низко. Ну, на этих... Что там тебе писали? Про Чоша? Про Перса? То, что, типа... Перса я буду бить всегда по жизни. Вот эта вот черта я буду бить всегда. Тебе я его не увидел. Про Чоша, лишканул, многое наговорил. Поэтому я дождался, пока face-to-face будет. Ну, там особо не подерешься тоже в хардкоре охрану. Охрана. Ох уж это охрана. Охрана. Стоит охрана. Охрана. Кто ты такой? Такой смешно. Это другая песня. Музыкальный слух. Мухаммед Калмыков. Ловкость кошки. Грация. Мухаммед. Ты в курсе там тренировку у молодежи по боксу? Там лапы держат. Серьезно? Да. Yeah. Да. Вон, прям вот там. Слышишь? Вась. Почему, кстати, каждый раз, когда ты делаешь бой с тенью, да, ты постоянно зовешь какого-то Васю? Кто это? Все зовут Васю? Расскажи, кто это? Почему? Это Вась, кто это? Я уж сама его хочу найти, чтобы вы перестали его звать. Вася Войцеховский, это, ну, боец RCC по боксу. Мне недавно предложили его голову как раз. А, и ты разминаешься, что... Вась. А во время боя ты тоже будешь так? Конечно. Вась, а капа не выпадет? Нет. Ты уже натренированный, да? Скажи, вообще поддержка для тебя важна? Или ты вот одинокий волк, и в принципе тебе все равно, поддерживает тебя кто-то или нет? Слушай, поддержка, безусловно, важна, но в момент боя, ну, эта поддержка тебе не поможет. Главное, твое состояние физическое и ментальное, психологическое. Вот. Поэтому я уже привык к этому, к одиночеству. И готов, всегда готов. Я не стремлюсь там выйти, победить. Я стремлюсь. Когда выхожу, я хочу сделать красочный бой, рубку, да. От поражения никто не застрахован. Лайки, панч никто не отменял. Но я вот даже думал об этом, воображал. Моим поражением будут завидовать многие победители. Настолько красиво я проиграю. Когда как, проиграю? Когда ты собираешься? Когда проиграю. Давай-ка мы сейчас про это не будем говорить. Так, мы забыли один очень ценный приз для наших подписчиков, фанатов, любителей твоей боевой деятельности. Это кепка. Сейчас мы покажем, что это. В общем, пишите в комментариях, как мы это делали с Саматом и с Асланом. Как думаете, кем станет Мухаммед
после завершения своей спортивной карьеры. Серьезно? Вот у Сослан, например, мы выбрали там первый комментарий, который был, что он станет владельцем кофемании. Там было много таких комментариев, но мы нашли первый. Друзья, пишите в комментариях, кем станет Светлана Сулянова в ближайшие пару лет. Сойдет ли она с ума или сведет с ума весь хардкор? Вот. У кого самый интересный комментарий, ну, я вам подгоню кепку, которую тут купил в Таиланде. Разыграем кепочку. Ну и теперь давай вместе. Подписывайтесь на мой новый... Нажимаем на колокольчик, ставим лайки, подписываемся и пишем комментарий. Understand? Ты лучше. Все. О. Давай, давай, снимай. Давай, давай, что ты творишь? Давай.